В нашем зале присутствует огромное количество родителей, мамы, папы, бабушки, дедушки, знакомые, узнаваемые лица присутствуют здесь. Поэтому мне кажется, будет правильно, если сейчас раздадутся аплодисменты в адрес родителей, мам и пап. А если они рядом с вами, обнимите их, потому что ведь они вам помогали идти к этому самому дню. И без них ведь никуда. Но еще ведь в нашем зале есть отцы-командиры, я не побоюсь этого слова, те, кто с вами уже рука об руку и каждый день шел к сегодняшнему дню. Декан факультета А Леонид Павлович Юнаков. Декан факультета И Сергей Юрьевич Страхов. Исполняющий обязанности декана факультета Е Владимир Владимирович Шикурин. Проходите к нам, пожалуйста, сюда. Уважаемые деканы, что сегодня вы скажете своим выпускникам, потому что пока они еще студенты, но через несколько секунд у них уже в руках будут дипломы, они станут уже выпускниками, коллегами. Ну, напутствие хотел бы сказать. Ну, в общем-то, даже повторить, что было сказано. Я хочу, чтобы вы были прежде всего патриотами. Что бы там ни было впереди, главное, чтобы вы были такими, какими есть. То есть вы выбрали военных не зря, и вы будете работать в очень интересных областях. Поэтому второе мое желание – это становитесь профессионалами очень высокого класса. Пусть рядом с вами по жизни идет верный вам человек, чтобы обеспечивал вам и личное счастье. Ну и, конечно же, чтобы вы были здоровы, занимались спортом, не имели бы никаких вредных привычек. Вот. И чтобы лет так через 17-20 мы принимали бы уже здесь новое поколение военмеховцев, передавая им свои знания, готовя новую подрастающую смену. Удачи вам, мои хорошие! Уважаемые выпускники, родители, коллеги, сегодня действительно большой праздник, и на редкость содержательные поздравления были, так что мне практически ничего не осталось. Хочу пожелать вам на вашем жизненном пути удачи. Но вот что такое удача? Вы поступили в свое время в военмех, вы его хорошо закончили, а это значит, что вы люди трудолюбивые. И я вам хочу пожелать, чтобы вы в дальнейшем жизненном пути, на вашем дальнейшем жизненном пути, не расслаблялись, трудились поте лица, что называется. Есть такая поговорка: везет тому, кто везет. Не верьте в случайную удачу. Удача приходит к людям, которые работают над собой. Если она пришла к людям случайно, она также быстро уйдет. Работайте, повышайте свою квалификацию, и вы увидите, что через несколько лет вы станете хорошими специалистами, а потом мы будем уже на вас равняться и гордиться вами как нашими знаменитыми выпускниками. Удачи и трудолюбия! Спасибо. Уважаемые коллеги, молодые инженеры, уважаемые родители, сегодня радостный и грустный день. Радостный, вы получили дипломы как итог пятилетнего напряженного труда. И грустный, потому что сегодня вы прощаетесь с оставшими родными уже стенами военмеха, со своими товарищами, с которыми плечо к плечу делили тяготы и радости студенческой жизни. Но у нас есть хорошая традиция, встречи выпускников регулярно проходят, поэтому мы всегда рады будем вас видеть, будем рады вашим успехам. И, конечно, я еще раз хочу повторить ваши слова. Поздравьте, пожалуйста, сегодня своих родителей. Не удивляйтесь, если на глазах ваших мам вы увидите слезы. Для них это событие, наверное, даже важнее, чем для вас. Удачи вам, успехов и всего самого наилучшего в жизни. Спасибо.